Автогены режут металлические балки бывшей крыши. Краны снимают конструкции целыми блоками. Гидравлический молот разбивает бетонное основание несостоявшегося здания очередного магазина, ставшего на пути пожеланий. Жители улицы Астраханской видеть в этой части города хоть кусочек зеленой зоны. Жильцы соседних домов еще не совсем верят в то, что их требование услышано. И когда понимают, что это не стройка, а демонтаж, подходят поблагодарить, что власти все-таки добили этот вопрос. Добило для того, чтобы это все снесли. Поздравляю вас, молодцы. Это нужно сносить. Здесь единственный зеленый уголок во всей улице, который может быть здесь. Большое спасибо вам, что вы взялись за эту проблему. Это, ну, не к уму, не к сердцу. Здесь должен действительно быть скверик. Они же нам обещали его. И что в результате мы увидели? Ну, конечно, все просто были в отчаянии, но дальше мы не знали уже, куда обращаться, и нерв не хватает. Жители соседних домов готовы потерпеть грохот машин, чтобы вдохнуть после сноса в эту территорию второе дыхание, и мечтают о зеленом сквере.